Поскольку. Ну, имеется, и то хорошо. Гляди, я с тобой в кузов полезу. Сейчас я тут сяду. Поехали. Вот вдвоем едем. Ну на маленький радиус просто. Ну и знаешь что, видишь, не трясет, так как подвески нет. Ну а здесь еще асфальт, видишь, зацепа до хуя. Давай я выползу. Едет. Щелкает что-то или нет? Да. Щелкает? Передача? Нет. А, нет, все нормально должно быть. Да, передача четче включается, чем у тебя. Да. Прям это. Я к своему-то уже привык. Тут не надо, тут прям раз, раз, четко. Скорости. Ты первый, ты хочешь. Кто же фотографирует? В общем, вот такой контент. Спалит он нормально. 4 скорости. 5. Какие 4? Здрасте. А вы попадался на это? Да. Ай? Самоделки. Самоделки. Ну что скажете, Сергей? Разворачивается, кстати, удобно. Да нормально он поворачивает. Не чувствуешь, что даже амортизаторов нет.
тебе говорю, мягко идет. Я с тобой, погоди меня. Оп. О, блин, чуть не веди. Обгоди, я с тобой сяду. Опа. Поехали. О, блин. Слушай, ну и сзади нормально. Ну ничего, эти как будто амортизаторы колеса отыгрывают хорошо. Да, 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 да. Он же все равно не для асфальта, где-то в поле. Ой, ой, ой. Заезжать не надо. Такой небольшой тест-драйв. Мотор мягко работает хорошо. У меня вышло где-то, да? Нет, ключок. Я зажигаю. Да. Ваше впечатление по сравнению с муравьем? Блин, ну разные, конечно. Разные техники, совершенно разные. А так на отлично нормально. Даже и не чувствуешь, что это подвеска жесткая. За счет резины прям компенсирует нормально. Хорошо, мягко. Разворачивается тоже это. Прям это, на месте. Ну, чувствует, что ось это. Блокирован, руль маленький. Да, да, да. И руль поджимает. Ну, а его так, старается всегда выпрямить руль, да, потому что задняя ось блокирована. Но если где-то в поле и зацеп, понимаешь, тут же еще асфальт. А так, блин, мощи тоже прям хватает. Лучше передача на такое сделано. Не, нормально. Отлично. Огонек. Пойди.